29-летняя Марго Робби посетила интересное мероприятие в рамках промо-кампании нового фильма. Звезда примерила образ своей дерзкой героини Харли Квинн из киновселенной Бэтмена. В Лос-Анджелесе состоялось событие, посвященное будущей премьере фильма «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Продюсеры картины решили сделать оригинальный промоушен ленты. Так они арендовали на 2 дня Hollywood and Highland Center на Голливудском бульваре. По замыслу, в торгово-развлекательном комплексе все поклонники могут насладиться интерактивным пространством вселенной комиксов DC. Авторы проекта использовали видео- и фотоматериалы, а также компьютерные эффекты, чтобы дать фанатам возможность прочувствовать мир супергероинь, борющихся с преступностью Готэма. На мероприятие приехали актеры фильма, в числе которых была и исполнительница главной роли. Австралийская звезда примерила черное мини-платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Номинантка на премию «Оскар» также надела черные капроновые колготки. Главным акцентом образа стали ярко-малиновые туфли на завязках. Марго распустила волосы и сделала яркий макияж. Стиль актрисы был вдохновлен образом ее экранной героини. Робби была в хорошем настроении, звезда с удовольствием позировала фотографом. Организаторы мероприятия развеселили артистку внезапно сброшенным на гостей вечера крупных конфетти. Марго с улыбкой на лице попыталась выпутаться из разноцветной бумаги. В прошлом году Робби признали самой сексуальной женщиной. Блондинка посетила светское мероприятие в дерзком кожаном платье. Одна из фотосессий актрисы испугала ее фанатов. В кадре она выглядела слишком изможденной.